Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты с Атрама Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Из огурцов, что ли? Блин. Давайте сейчас какой-нибудь сет что-нибудь соберем. Что-нибудь интересное. Что у меня? Давайте на этого Максима оденем. Чат, мне кажется, или он на кого-то похож? Давайте чуть-чуть осталось, 29 тысяч человек его добить. Чуть-чуть совсем осталось. Вот мне одного персонажа... И... Вот кого он? Меня сразу он этого человека напоминает. Я вам клянусь, вот одного человека мне сразу напоминает. На кого же он похож? На жабу. На жабу не очень. На ниндзю похож. Такое пизерское лицо же есть. А ты что, такое пизерское лицо? Почему я такое, блядь, лицо, блин? Блин, как у младенца лицо, блин? На него, блин. Шампунь, понимаю. Чего у меня тут еще есть? Почему я такие волосы сделал? Даун, что ли? Какой сет собрать, друзья? 20 тысяч лучше. Бля, может оставить свои волосы? У него волосы прикольные, нет? Свои. Давайте его, друзья, давайте я его в свои волосы оставлю. Может, свои оставить? Блин, тоже прикольная вещь. Ну-ка. Эти другие шлепанцы где? А ну-ка, сейчас мы попробуем собрать что-нибудь интересное.
Зеленые. Ну, вот, вот эти прикольные. Нет, они не подходят, потому что красные под этот. Не, не подходят. Может быть, эти синие. Блин. Я даже не знаю, друзья, что поставить. Первый пропуск вверх и инкубатор инь-янь. Кепку олдовскую. А, ты хочешь, чтобы я кепку поставил? А где она у меня? Нет, нет. Ты что такое? Участвуй, что это нельзя. О! А ну-ка, если я ему в лицо макияж поставлю. Это ниндзя, когда обосрался. Ну-ка. Может, оставить вот это? Или, может быть... Понимаете, у меня вкуса ноль. Такое говно создал, я говорю, топ. Не помню, как он с этим бегал все время. Блять, подожди, это же один, ну и то же, нет? Подожди, это же одно и то же. Чего? И мать, по факту, это одно и то же. Воу, просто скин другой и все. Я знаю, за что надо одеть, чтобы вы сказали вау. Вау. Ну ладно. Мы тоже понимаем. Ладно, окей. Сейчас кое-что покажу. Блин, а от нее смысл у многих теперь она есть. Вот смысл от нее. Даже смысла не вижу от него. Не знаю, многим Владовозка так сильно нравится. А, Рис, а за может с тобой? Да, сейчас тур пойдем поиграем. Бля, мне кажется, это больше подходит. Мне кажется, это больше подходит. Чат, один прикол. И вот одно еще я понять не могу. Когда раньше я сидел в ТикТоке, меня сейчас официально в ТикТоке нет, сразу же говорю, чтобы вы понимали, чтобы вы не верили фейкам. Раньше, когда я был в ТикТоке, я видел видеоролики, там, я там такой-то нации, я это не буду одевать, уважение к другой. Я такой-то нации не буду одевать. Это что означало? Можете кто-нибудь объяснить? Просто я это видел. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст удачи и всем пока-пока.